Всем здорова, с вами Гидро94, и сегодня у нас реакция на новый смешной трейлер от Элдо Джонса. На этот раз по «Холодному сердцу», часть вторая. Я не посмотрел еще трейлер, ну, вернее, посмотрел, но не на реакцию. Ну, давайте посмотрим, что, как смешно переделал Элдо. Давай смотреть. Так, какое-то волейбольное поле. Уф. Аквамен. Ну, куда так разогналась? Elsa. Elsa, don't move. On your mark, get ready, set, go. Боже, что у тебя с лицом? Марио такой вообще тут. Скала. Ледникового периода, по-моему, первая часть вообще. Это катались по пещере. Это не знаю кто. Ой, господи, это Джин. От Уилла Смита. А это из этого мир юрского периода. Пицца тайм. Зачем? Это футболист этот. Из фифы, наверное, да? Что? Джедайский меч? Прикольно. Мне понравилось, но как-то все быстро. По-моему, предыдущие переделки были как-то, что ли, не знаю, длиннее, то есть как по ощущениям. Это как-то пролетело быстро. Ну, и, пожалуйста, поставил это, скалу Джонса, как, именно как скалу, на которую она Эльза забралась. Вот это было прикольно. Ну, ладно, если понравилась моя реакция, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать видео, смотрите в ВКонтакте, подписывайтесь на Элдо Джонса, если понравилась эта смешная переделка, и до следующего видео.